Эшфиров, это же просто. Вот нож. Ставим большой палец сюда и толкаем шпинек вот в этом направлении. Вот так вот. То есть примерно вот сюда должен быть вектор силы направлен. И тогда все легко и просто получается. Говорят, что даже левши могут как-то открыть, но у меня не получается. Вот примерно так.